Сегодня мы продолжаем искать дом своей мечты. В прошлый раз смотрели дома New Construction, а сегодня посмотрим три дома, в которых уже жили люди. Первый дом на сегодня был построен в 2013 году. So if we turn something on, we need to turn it off. Yeah. If the door is locked, we need to open it or try to open it, we need to return it to lock. We need to have the exact measure. Ковровое покрытие. Попадаем в гейм-рум. Дальше. Здесь детская комната. Люди еще живут в этом доме. Они его продают. Комнатка. Гардероб. Еще комната детская. Гардероб. Ага, вот мастер-бедрум, я начала волноваться. Вот она, мастер-бедрум. С такой длинной гардеробной комнатой. Get the big acreage, they'll build a NASCAR track. This yard has never seen an ounce of love. Uh-huh. Здесь тоже проезжая часть. Домик стоит $399,000. Get out of the car quickly. Yeah. Yeah, fool. Super smoker. We'll talk about that in there. They're gonna do something about training. What?
Mm-hmm. Плохо пахнет сигаретами во всем доме. Ух. Светлая комната, большое окно, но... Яркие стены. Очень грязный дом. В итоге этот домик стоит 379 тысяч долларов. Ужасно весь пахнет сигаретным дымом. 2003 год постройка. Третий день на сегодня. С такой прекрасной травой зеленой, ухоженной. А? Big difference. Mm-hmm. А 95-й. Постройка 95-й год. Тут кресло можно поставить, beauty стол. И, ну опять видишь, низенькая немножко. Немножко ниже, чем нужно. Попкорн, да. Что-то красиво декорировано. Три бейбика. Комнатка.
Девочка. Крайний дом стоит 400 тысяч долларов. Нам он понравился. Ухоженная территория, зеленая трава. Но дом очень маленький. Поэтому мы продолжаем искать дальше.